Наверное, в 60 FPS это будет выглядеть круто. Здорово всем! Булдбафф — это демон, который в свое время смог меня сломить. Помните времена 13 Сатурна? Думаю, то, что некоторые из вас все-таки их застали. 17-й год, я первым в РК купил 240 Гц монитор и одним из первых в мире вообще, и начал проходить сложные демоны. До этого я был полным нобиком, но сначала прошел Crimson Clutter, потом что-то попытался сделать в катаклизме, но забил и решил сразу прыгнуть на Bloodbath, который тогда еще считался очень большим достижением. Ну вот, начал я и поставил 57%. Ну, заебись, собственно, ребята. Только хотел попрощаться с вами. Ну, 57%, потому что Sonic Man хуй. Потом был один фейл не на запись, очень далеко в уровне. Его, кстати, будет даже видно, по идее, в том футаже, который сейчас вы будете смотреть. Но это не суть. Суть же в том, что моя задача сейчас объяснить вам, что вы будете смотреть далее. Это будет состоять из трех видосов. Во-первых, первый видос — это будет версия, где на победной попытке клики сделаны заметно громче, чем они должны быть. Почему? Потому что мой микрофон уже очень старый, благо я заблаговременно увидел эту проблему, пока еще не прошел уровень, и поставил в OBS запись на две дорожки сразу. Одна дорожка — это звуки самой игры, вторая дорожка — это то, как я нажимаю на мышку. В итоге, даже несмотря на то, что я поднял в Муваве на 400% громкость кликов, и звучит это довольно больно для ушей, сразу предупреждаю, некоторые клики почему-то практически не слышно, буквально еле-еле. Но я не Куруми, и фантомных кликов у меня нету, точнее, несуществующих, поэтому не волнуйтесь. Если вы все равно сомневаетесь, скачивайте видос, делайте его в любом видеоредакторе громче, еще больше, и даже самый тихий клик, который не будет слышно на этом видосе, вы все-таки услышите. Второе — это, соответственно, запись с обычными кликами, которые я не делал громче, чтобы потом не сказали то, что у меня, как у Джокера ГД, внезапно мышка на победной попытке изменилась. Вы сможете сравнить и убедитесь сами в том, что мышка одна и та же, что в игре, что в менюшке. Ну и третье — это моя реакция, как всегда, очень эмоциональная, сами меня знаете, сделанная на 400% тоже, потому что даже этот жалкий вздох было не слышно.
Задумались ли вы хоть на секунду во время просмотра этого видоса, а не может ли ваш верный слуга вас обманывать? Я думаю, что скорее всего большая часть ответит «да». Но что же вы будете делать, если я вам абсолютно честно скажу, что при записи этого видоса не использовалось никакого спидхака и скорость моей игры не замедлялась ни на долю секунды? Про всякие ноуклипы говорить не вижу смысла даже, их там вы не найдете, можете проверять, сколько угодно, ноуклип там нет, а про то, что в Xbox необходимого функционала для подделки вот таких вот кликов нету, ну смысл вообще-то даже упоминать. Что же, думайте сами, я сохраню интригу, честно это пройдено или нет. Я свое дело сделал, видос вам снял, вы уже пишите, что думаете, всем удачи, всем пока.